Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня мы продолжаем играть в House Flipper. Ребята, у нас уже третья серия, да, получается? Это третья серия по этой замечательной игрушке, и как я понял, я тут заглянул в компьютер, так сказать, без вас. Сейчас мы еще раз это посмотрим. Почта. И у нас, ребят, задание от Энтони Геймера, ой, от Энтони Грея. Энтони Грея. Walls to Knock Down. Как подсказывает мне знание моего английского языка, Walls to Knock Down означает, что типа сейчас мы будем, короче, ломать нахрен стены. И мне кажется, это реально должно быть очень круто. Так что у нас есть. Ух ты, сколько много у нас всего. У нас есть, да, у нас есть отличная просто кувалдень. Да, ребята, нам реально нужно сейчас будет ломать стены на карте. Видите, у нас показано. Давайте. Вот это надо, да? Или подождите. Да, вот это точно надо. Надо, давайте. И как это делать? Ух ты, ёпты! Вот это было сильно. Оно ж подлагивает. Ядрить, колотить. Блин, а это мне нравится. Неплохая, кстати, физика. Вот это прям хорошо, это прям мне нравится. Ломать, ребята, что-либо ломать, это вообще мое любимое. Ломать не строить, как говорится, поэтому я люблю это делать. Потому что строить я не люблю, а вот ломать. Это просто меня мама родила ломателем. А как присесть? А вот. На! Так, все, по идее, оно само, да, пропадает, это хорошо. И нам нужно будет что-то там, какие-то стены новые, по-моему, поставить. У нас есть инструмент с новыми стенами, или нам это не обязательно будет делать? Блин, что-то громко как-то он долбит. Давайте потише сделаем. Мастер волн. Давайте вот так попробуем, может, потише будет? Не, так слишком как-то тихо. Блин, а так слишком громко, ну ядрить, колотить, ну как так-то? Ну ладно, нормально, вот так вот. Вот так вот хорошо вроде по звуку все. Так, ломаем здесь, отлично. Так, здесь мы все сломали. Так, вот эта стена нам тоже не нужна. Да, это тоже нам стена не нужна. Подождите, нам надо еще продать. Подождите, нам нужно еще двери вот эти, я так понял, продать. У нас есть, по-моему, инструмент продажи. И как продать? Sell tools. Так, продали, отлично. И вот эту дверь еще. Все, отлично, ребят. Берем кувалду и ломаем просто все нахрен тут дальше. Это мне нравится. Вот эта работа реально, ребят, по мне. Так, это ломаем. Блин, немножко реально подлагивает. Ну, понятно, здесь типа такие физические обработки идут. Прям жесткие. По крайней мере, для моего процессора. Что он просто такой, ребят, что он говорит, точнее, мне он говорит: Турбо, ну ты что, совсем с ума сошел, что ли, такие игры играть на мне? Ты что, сумасшедший? А я такой: да, я сумасшедший. Хочу, играю. Хочу, паркуюсь, играю во что хочу. Ой, там отвалилась аж хреновина. Так, это упало, это давай доломаем, отлично. Так, тут тоже фигарим, отлично. Нравится мне, как оно так падает. Можно реально просто поверху бить. Вот так вот. Вот так вот. И видите, оно сразу просто падает, это прям круто. Прям очень удобно. А вот тут что-то не сломалось. Ну, тут потому что стена, блин, большая такая. А ее надо, да, ее надо до конца доломать. А что он хочет, интересно? Хочет, чтобы это была одна большая такая комната, я так понял. Ну, кстати, блин, да, смотрите, так сразу, это такая студия у него получится. Так, по диванчику я тут пройдусь, надеюсь, ничего страшного. Блин, в жизни я бы тоже хотел так поломать, хотя это, наверное, сложно так стены ломать. Я так думаю, что эта задача не из простых. Охренеть, как лагает. Так, ломаем, отлично. Так, вот это, по-моему, последняя, да, стена, которая осталась. Вот это еще вниз надо. Ох, вот это она хорошо сейчас раскололась на кусочки, так сказать. Прям как я люблю. Так, отлично. Ломаем дальше. А тут из-за этого стола ничего не видно. Ну, я не лень, на самом деле, его как-то перетаскивать. Может, ладно, наверное, надо диван перетащить. А как поворачивать? Shift. Тут пока пусть постоит, потом мы его вернем, естественно, на место. Так, ломаем. Отлично. Ломаем. Просто зашибись. А New Demolition Perk. Мы перк новый открыли. Demolition. А Fast Hammering. То есть быстрее он молотком фигачит. Triceps of Steel. Более сильные мускулы. И более лучший. Более лучший, короче, молот. Давайте другой молот возьмем. Посмотрим, как он выглядит. Выглядит вроде поприкольнее. Так, а что нам еще надо сделать? Ну, а что еще надо? А что-то еще вообще нужно нам? Бедрум тут ничего.
Так, здесь. Paint Visc. А, Light Blue. Надо, короче, еще покрасить в светло-голубой. Окей, красить светло-голубой. Так, нам. А где покупать? Забыл кнопку покупать. На таб, да? Ага, шоп. Light Blue нам надо. А, что? А, русский язык. Лигах. Light Blue, вот он. Вот он, Light Blue. Значит, красим все. Красим все в лайтоблюсовский цвет. Так, берем, значит, у нас валик. Делаем так и красим. Ой, точно. Я забыл, что можно не после каждого. Можно вот так вот спокойненько в Light Blue красить, красить. 2% всего, блин. Маловато. Маловато 2%. Нам надо побольше. Уже 8, уже хорошо. Так, ребят, блин, реально игрушка на самом-то деле очень прикольная. Интересно, какие тут будут еще задания. И сможем ли... Я знаю, что тут можно покупать дома, но сможем ли мы их как-то прокачивать? Ну, типа, в смысле, делать в них ремонт. Это было бы прям вообще офигенно. Ну, по идее, сможем. А то нафиг тогда нам деньги. Серьезно, да? Нафиг тогда нам деньги. И в этой игре как бы все затеяно, так сказать, заделано на ремонте. Поэтому здесь, по идее, должно быть возможно, чтобы свой дом можно было как-то обустраивать. Потом мы это проверим, когда купим домик. Так, еще. Дотянулся, это хорошо. Так, тут красим. Тут докрашиваем. Тут красим. Везде красим. Я просто чувствую себя каким-то человеком, который красит стены. Да. Это маляр, да, ведь называется? Малярные работы. Ну да, по идее, я маляр. Я массющий начальник, я тут покрасил, короче, так красиво получились, я решил так оставить, нормально, да? Ой, я еще дурак, да? Ой, блин, а тут тоже же внизу надо, ну ядрить, колотить, сколько у нас процентов? Только 30... Краска кончилась. Только 39%. Инфо. В комплект your... А, ой, я могу, в принципе, уже закончить. Ну ладно, давайте уже докрасим. Че мы тут? Зря, что ли, пришли сюда. Нам за это деньги платят. А деньги наше все. Как бы это ни звучало, не знаю, неправильно, но, ребята, да. А забудьте, что я сказал. Я просто глупенький улитянский. Поэтому да. Так, это красим. Ах, кончилось. Блин, я не хочу, на самом деле, вторую банку покупать. Ну ладно. По-любому она нам нужна будет. 55% уже. 148 тысяч, 150 тысяч. Смотри, за каждую покрашенный кусочек дают по 2000 рублей. Смотрите, 150. А нет, не за каждый. 152. Ну да, смотрите, практически за каждый. За каждые два кусочка. Неплохо. Так, блин, если бы в жизни так, я бы нахрен был маляром. Я бы был маляром, если бы... Ой, там аж пролагало. По 2000, блин, за два прокрашенных кусочка. А, кончилось, что ли? Надо еще купить. Покупаем еще. Ставим. Ну, вот где-то вот сюда надо поставить. Берем нашу малярную хрень. Валик наш. Валентин. Вилсаком. Ха! Ой. Все, тут можно было и не красить. Тут кровать стоит. Ну, ладно. Нам все-таки за это платят. А мы свою работу должны выполнять качественно и безукоризненно. Ай, надо еще наполнить. Красим. Отлично. Так, еще берем. Блин, ребят, вот это, наверное, самый просто лучший геймплей, который вы видели в своей жизни. Чувак стоит и красит стены. Просто красавчик. Это я про себя, если что. Набираем. Так, отлично. 85%. Давайте вот это докрасим, и все, я что-то подустал. Ну или ладно, давайте уже докрасим. Так и быть. Так и быть, друзья. Все ради вас. Так, набираем еще. Опачки. Отлично. 98%. Что-то мы еще не докрасили. А, ну, наверное, здесь. Хотя нет, по идее. Ну ладно, я не хочу. А, может, здесь? Вот, 100%, да. Да, 100%, неплохо. 190 тысяч. Конечно. Спасибо. 190 тысяч. Вот это хорошо. За 9 минут мы это все дело сделали. Это прям по красоте. Так. Сколько у нас денег? А что 6 тысяч написано рублей?
А, и это, по-моему, неправильные деньги. Сейчас тут где-то должны быть правильные. А... Баланса тут нет? А, вот. А, это 6 миллионов. Это 6, 6 миллионов. Дурак, что ли? 6 миллионов рублей у нас есть. Мы можем, по идее, какую-нибудь хатку себе, наверное, купить. А давайте посмотрим вообще, что здесь можно купить. А, Брабсер. О, смотрите, да, есть. Грязный дом. И Барби дом. Легенда, легендарный админ. Смотрите, за 4 миллиона можно купить дом легендарного админа. Давайте в следующей серии лучше купим что-нибудь. А пока что будем работать. Split room. Hello, my daughter has 3 years old and Shold has her own room. А, что там? Две комнаты. Там надо будет, короче, видимо, построить сейчас комнаты. То есть в прошлом задании мы их ломали, стены, а здесь, наверное, надо будет стены поставить. Сейчас посмотрим. Modify walls. Фурнитуре rooms. Да, вот видите, у нас показано, где надо будет... Вот это надо сломать, а там надо будет сейчас... Блин, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. У нас, кстати, новый молот. На, ёпта. На, ёпта. Неплохо он так работает. Это хороший молоток. Вот такой... Ой. Бля. А это, в принципе, была плохая люстра, я поэтому ее убрал. Она здесь вообще не в тему была. Так, отлично. Так, отлично. Remove фурнитур baby red. Что-то надо удалить какую-то baby red. Посмотрим, что за baby red. Ломаем. Ломаем. Да тихо ты. Вот это было хорошо. Ой, какая-то крепкая. Блин, нравится мне вот этот звук падающих, как его, падающей стены, прям вообще топ. Так, и вот туда, по-моему, осталось только где-то. Так, все. И вот это надо, наверное, хрень... А, ну и, наверное, надо продать, а не сломать. А, нет, а что тут надо продать? А, кровать. И... Ой, блин, и что-то еще надо продать. Baby Red, что такое Baby Red? Baby Red. Remove. Фурнитура это мебель. А Baby Red это что такое? Красный ребенок какой-то. Ладно, давайте поставим стену. Нам. Вот тут вот надо стену сейчас будет поставить. Тогда мы немножко передвинем. Как-то вот так. Так, берем, значит, стену. Блин, долго он это делает, кстати. Ой, я не там ставлю. Подождите. Ой, надо было вот здесь. Упс. Ну ладно. Там удалим потом. А покрасить, да, и, наверное, тоже надо будет. Блин, это достаточно долго, кстати. Но, в принципе, прикольно. Прикольно. То, что здесь можно самому прям даже стены строить. Это прям вообще... Прям зачет. Ну, что такое? Давай, давай. Турбентий. А? Тихо. Place furniture single bed grill. Чего? Тут какой-то еще single bed grill поставить. Не знаю, что это такое. А там дверь-то вообще есть туда? А, да. Но ядреть колотить, дать пройти. Да закройся. Да с той стороны уже не видно ничего. Так, я в принципе могу уже это задание закончить, но естественно я его хочу все-таки выполнить на более большие проценты. Тихо, тихо. Вот сюда. Так, и надо поставить single bed grill какой-то. Как это сделать? Так, tab, single, что я пишу? Single, bed, grill, вот он. О, я могу даже выбрать, типа, ух ты, прикольно, кстати. Допустим. И куда тут ее надо, короче, нам впендюхарить? Так, не, вот так как поставим.
Ну, я ж поставил. А, все, 100%. 100% комплит. Enter. Комплит. Отлично. Так, ребят, давайте на этом будем потихоньку заканчивать. Поставьте как можно больше лайков в комментариях. Напишите, стоит ли в следующей серии покупать дом. Если вы это сделаете, то тогда мы в следующей серии купим дом. Также не забывайте подписываться на канал, тогда новая серия по House Flipper не заставит себя долго ждать.